На Багамах стартовал финал звездной парусной лиги, в котором почитают за честь гоняться самые знаменитые яхтсмены планеты. На финал приехали обладатель 5 олимпийских наград, многократный чемпион мира Роберт Шайт, призер 2 олимпийских игр Ларс Граэль, чемпион Олимпиады в Атланте в классе финн поляк Матуш Кушниревич и многие другие. Россию представляет экипаж серебряного призера Олимпиады в Атланте, обладателя 3 кубков мира, многократного чемпиона мира, Европы, Советского Союза и России Георгия Шайдука. Формат прежний. После отборочных гонок в финал выйдут 4 экипажа, которые будут бороться за первое место. Сильнейший получит большую часть призового фонда, который в этом году составит 200 тысяч долларов. Соревнования завершатся в воскресенье. Прилетели. Разница в температуре 45 градусов с Москвой, поэтому плюс 8 часов разница во времени. Идет акклиматизация, адаптация. Уже немного стало полегче. Конкуренты очень сильные. Практически в кого пальцем не ткни, все чемпионы мира, призеры Олимпийских игр и других Кубков Америки. Там Volvo Ocean Race победители. Поэтому здесь слабых нет.